Всем привет, дорогие друзья! И у нас мы видим снова Оренко, и у нас выбор героев, конечно, меня не особо радует. Есть у нас Трал, Андуин и Гул'дан. Нам, по, если уже брать по рейтингу вообще арен, нужно взять Гул'дана. Мне хочется Жреца либо Шамана, но не знаю. Давайте попробуем, наверное, все-таки взять Гул'дана. Ну а что делать? И будем собирать колодку. И смотрим заразительное безумие, ментальный техник. Да, ментальный техник нам пригодится. Вдруг перехватят стол, и член совета нам, конечно же, пригодится. Здесь одержимый крестьянин. Здесь, наверное, у нас будет все быстренько. Искательница нормальная штука, но нам нужен беспощадный взрыв. Уничтожает всех существ. Вот это, конечно, вещь. Мурлок, волнолов. Будем немножко, чтобы для раша было. И бронящийся сержант нам тоже пойдет. Главарь банды бесов. Но здесь, конечно, и порождение Нзота будет хорошо. Но мы даже еще не знаем, что у нас вообще будет в колоде. Поэтому возьмем этого бесочка. Суккубом мы сбросим карту. Но он на втором дропе очень хорош по себе. Несущийся кода вообще обязательно должен быть в колоде. Глава культа мы, пожалуй, здесь возьмем, потому что у нас на счет карт вообще ничего нету и придется что-то с этим делать. У нас с заклинаниями печаль. Да, но учительница магии. Будем, если что, заклинания брать себе. Брать карту. Здесь у нас вождь. Вождь Северного Волка, он, наверное, нам подойдет, потому что у нас и так более мелкий, хотя и, ну, пойдет. Неплохая карта, по крайней мере. Чокнутый подрывник. Либо же Страж Гнева. Он может нам неплохо вначале дать преимущество. А там, конечно, как пойдет. Но здесь вообще случайно-преслучайно. Но пускай будет немного рандомчика. Кода мы возьмем снова. Да, кода пойдет. И здесь у нас осталось под вашим контролем, то в конце хода оно будет уничтожено. Но на самом деле голем этот неплохой. Неплохой, и он, наверное, нам будет очень полезен. И здесь посудный голем. Либо же, да, все-таки посудный голем, пускай чернокнижная карта, она будет неплохо. И мы, наверное, уборочный голем еще возьмем. И здесь у нас, ах, мастер ковки клинков. Раненого нам здесь точно не нужно. Ну, урон от заклинаний. У нас там ничего и нету. Нам бы, конечно, заклинанец хотя бы немножечко. Кракена берем. Естественно, уничтожая демона. У нас-то демонов этих. Раз, два. Но будут еще бесята будут демоны. Как вариант, конечно. Но либо взять того же демона. Надеемся, заклинание у нас какое-то будет все-таки. Паладин Ригент, все для того же нам под вождя. Берсерк неплохо. Наверное, возьмем мы паладина. Здесь карту. Гном изобретатель по-любому пойдет. Очень даже хорошо. У нас этот грязный барахольщик есть, а вот разрушитель чар. У нас его нету. И мы, пожалуй, его возьмем. Сквайр авангарда, либо одержимый крестьянин. Первым пиком. Но у нас он уже есть, уже хорошо. Наверное, возьмем все-таки сквайра. Хотя здесь, конечно, вариант. Черный археолог. Да, пойдет он нам. Огр Громила тоже неплохая карта. Вкусный зомби. Здесь у нас что, раненый Чубака нам не пойдет, но яйцо дракона вполне возможно, что пойдет. Но у нас такая колода получилась. Вот у нас голем. Крутоверть. Кода два штучки. Учительница нормально, но у нас, видите, это кроме его с беспощадным взрывом как-то делать, я не знаю. Что у нас это яйцо горит последним? Ну, как-то вот так вот будет. Наверное, да, перейдем мы к бою. Отлучаемся на пару секунд совсем немножечко.